Устройство разжелобка в складку от Ринцинг. Размечаем подводку разжелобка к свесу. Подрезаем кромки по разметке. Формируем кромку 15 мм. Отгибаем кромку 15 мм. Отгибаем кромку водостока. Устанавливаем первую картину. Отгибаем кромку вверху первой картины. Фиксируем картину неподвижной клямерой. Рекомендация: делаем засечку от сползания картины.
откладываем 100 мм. Отгибаем кромку на второй картине. Отгибаем кромку сверху второй картины. Перехлёст 100 мм. Фиксируем картину неподвижной клямерой. Отгибаем кромку вверху третьей картины. Устанавливаем третью картину с перехлёстом 100 мм. Фиксируем картину неподвижной клямерой. Рекомендация: делаем засечку от сползания картины. Устройство разжелобка в складку от Ринцинга.